вообще, обычно говоря, если мы уже стали эксплуатировать термин «формат», вот формат этих кухонных встреч – это такая советская традиция, и она всегда подразумевала околополитические баталии. То есть всегда это в какой-то момент, по касательной, даже это когда были студенты каких-то совершенно там технических вузов, всегда так или иначе всплывала тема. У вас это происходит или это исключительно вот концертная такая история? Нет, это не концертная история. Конечно, разговоры за столом идут, и самые разные идут. И люди собираются совершенно противоположными взглядами. Но вы понимаете, когда это телевизионное ток-шоу, то ощущение, что эти люди друг друга ненавидят, они вот тут. Да. А когда это собирается за столом, то каждый высказывает свою точку зрения. Споры могут носить весьма эмоциональный характер, но люди не становятся врагами, они это обсуждают. Я вам приведу один пример. Значит, в прошлом году было 150 лет Московской городской коллегии адвокатов. Мне позвонила Алла Живина, писатель, и говорит: «Миш, ты очень, у тебя много друзей актеров, ты можешь организовать, так сказать, чьи-то выступления на концерт? Вот мы, там, в Бабкинском центре, значит, будет концерт, вот, кому-то говорят, что бюджета у нас нет». Я говорю: «Хорошо, я попробую». Значит, выходит на сцену Кобзон. Ну, мы дружим с Сергеем Давыдовичем. Понятно. Вслед за ним выходит Андрей Макаревич. Тоже мы дружим. Ну, что мне теперь делать, если у них разные политические взгляды? Но я дружу и с тем, я дружу с другим. Да. И что? Угу. Почему надо человека, который придерживается иных политических взглядов, считать врагом? Но он так думает. Это считать меня либералом. Пожалуйста, я, так сказать, ничего против этого термина не имею. Но я считаю, что право человека думать, высказывать свою точку зрения, это неотъемлемое право. Если они не совпадают, спорьте. Не для того, чтобы истина родилась, а для того, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения. Пожалуйста. А вдруг какой-то аргумент тебя убедит или заставит задуматься?